Артём, куда так? Да он не достанет ничего. Хватит? Да. Нихуя у него лапа. Ну это 100% не наши, блядь. Какие наши? Ну с Омской области, мне кажется. Что-то он сильно здоровый. Да я говорю, иди сидеть уже сюда. Нихуя себе. Ну закидывайте яблоки. Мишанька там стоит. Не видно. Не видно? Меня не видно? Тебя-то видно, Мишку не видно. Анжелка, достань фонарик, а? Давай достану фонарик. Вот это медведица. Охуеть. Хуя он там гремит, блядь. Ну-ка, вот здесь сниму его. Потапать. Мишань, Мишань. Миша, Миша, Миша. Миша, Миша, Миша. Да, да. Мишута. Да. Эй. Артём, ну-ка попробуй там меня сфотографируй. Или засними. Меня видно, нет? Да, видно. Ну, видно, что ты медведя снимаешь. О, башню его видно. Миша, 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 Миша. Он, наверное, не знает, что такое рычал. Ебать, не, ну так ты вас пулю бы сядь. Ёбнул бы разок. Так он, блядь, килограмм, наверное, 500 будет. Почти. А-а-а. А сфотать, а кем попробовать? Ну, кстати, иди. Так вот. Мишка, Мишута, Миша, Миша, Мишань, давай интервью, давай, передавай привет Атирке, Багану, Таре давай. Эй, боится. Ту-ту-ту-ту. Под музыку. Танцуй. Ну-ка погромче сделай. Миша. Танцуй. Танцуй, Миша. Вот так вот Мишаня и танцует. Танцуй, танцуй. Миша танцует, и ты танцуй. Давай, Алиса, это цветомузыка. Ведмедь с ума сошел. Я думаю, что у меня такая это подсветка херовая. Ну. Дрочите, сука, меня, да? Танцор диско, бля. Не, вот такого бы добыть, это было бы пиздец.